вами снова Бучер, ребят. Так как я сломал жопу, я не могу кататься на скейтборде и снимать качественные видео для вас. Поэтому сегодня, как вы могли понять по скетчу в начале этого видео, будет обзор на водку. Погнали. Сука ты конченая! Козлина ты ебаная, блядь! Дебил ты ебаный, блядь! Ты гондон, блядь! Понял? Ты сука! Сучара! Я вернулся. Как видите, у меня сегодня лук типичного русского человека. И как бы сегодня мы обозреваем вот эту красненькую малыху. Будем мы ее судить по трем пунктам. Первый пункт – дизайн. Второй пункт – вкус. И третий пункт, конечно же, цена. Кто будет покупать дорогое бухло, я не знаю, потому что я... ноунейм ютубер, ребят, денег нету, но я держусь, как говорится. Ну что же, приступим к нашему лучшему обзору. Блин, ты ёбаная, блядь! Дебил ты ёбаный, блядь! Ты И первый пункт нашего охуительного обзора — это дизайн. Посмотрите, блядь, какая ля какая. Этот софт-тач красный, это муам, блядь. Ребят, это вообще, это очень классно. Она вся такая прикольная, блин, и клёвая вообще. Тут золотой текст, это вообще-то вам намекает, что это дорогой продукт вообще-то, да. Поэтому за дизайн я поставлю, да, знаете, 7 из 10, ребятки. 7 из 10 это вообще-то много, да. Сука ты конченая! Козлина ты ебаная, блядь! Перейдем к следующему пункту нашего обзора. Так как я не нашел ни одной рюмки, я буду пробовать вот так. По цвету она прозрачная, как и обычная водочка. Ой. По вкусу, что я могу сказать по вкусовой составляющей, ребятки? Твердые пятерочки из 10, без запивона или без смешивания, это лучше не пить, если вы не хотите умереть. Я вот пока не хочу. Сука ты конченая! Козлина ты ебаная, блядь! Дебил ты ебаная! И что, перейдем к третьему и самому главному пункту нашего обзора, ребята. Цена. Цена за эту прекрасную бутылочку. Всего 280 рублей вообще-то. Это пиздец как бюджетно, ребята. Понимаете? 300 рублей. 300 рублей за это произведение, блядь, искусства. Поэтому цена — это 10 из 10 просто, ёб твою мать. Это просто охуенно, блядь, это божественно, ребят. Если вы хотите накидаться бюджетно, вы можете добавить сотку и купить еще себе 2 литра колы. Вы это вообще понимаете? Я вот не понимаю. Потому что это дебил, который, блядь, сидит и разговаривает с камерой, блядь, про бутылку водки. Пиздец, до чего я докатился, нахуй. Ну что же, ребятки, подведем итоги сегодняшнего обзора. Это прекрасная хуйня за свои 300 рублей. Если вам есть 18 лет, вы можете пойти в магаз и купить себе такую малыху и опробовать ее сами. А я пойду, пожалуй, допивать в закат эту малую. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на канал. Всех люблю, всех целую и всем даю вот эту штучку. Слишком много детей смотрит. Пиздец. Еще раз спасибо. Пока.